25 число, март месяц, парный турнир, 750-750. Вы берете друга, либо подругу, приходите в Geek Wars центр на Лиговском 115. Да. 115, второй этаж. И участвуете в турнире, примерно 3 тура будет. Примерно, ровно 3 Warhammer 40 тысяч. Warhammer 40 тысяч. Восьмая редакция. Без Imperial Armor. Без Imperial Armor, Open War по всем полям, но единственное ограничение у каждого по одному детачменту, ну, чтобы не набрали там Ева и много культистов. Да, армия на 750 в один детач, будьте любезны, да, все да. Уместить. У каждого из игроков в... Можно использовать всякие фишки союзные, типа Elder buffует Elder, ну вот, Inari там Soulburst, и Terror. Ориентируйтесь на кейворды. Кейворды. Вашего детача и детача оппонента. Да. Армия у вас одна. Вашего детача и детача напарника. Да. Армия у вас, считайте, как будто одна будет. Посмотрим, что из этого выйдет. Приятно проведем вечер. Рестрикты, правила смотрите внизу в описании. Ссылка. Подбалансим немножко. Регистрацию. На предварительную регистрацию тоже. Пишите там название команды, армии, которой вы будете играть. Ну и, в принципе, этого, наверное, будет предварительно и достаточно. Да. Главное, хорошо проведем время. Это сайд-эвент, который не касается как таковой серии новичков. Да, но все-таки является ее ответвлением отчасти. Следующий большой новичковый, это уже 1250 поинтов, он, получается, будет у нас в апреле, месяце. Да, там следите за расписанием. А это для вас, новички, можно потренироваться просто с друзьями, может кого-то еще пригласить, кого-нибудь своего друга, и покидать кубики на уже большом столе. Точно. Вот так. 25 марта, 11 часов, собираемся в Geek Wars. В Петербурге Лиговский 115. Да, мне кажется, максимум это 20-25 команд. Ну, примерно. Я думаю, что по возможности постараемся разместить. Но, опять же, имейте в виду. Да, призы, как порядке обычно. Порядке очереди. Призы, как обычно, шикарные. Сертификаты, да. Шоколадочки. Мало ли вдруг кто-то. Да, да. Ну, в общем, любитель все, что шоколад. Нужно знать, внизу в описании. Ждем вас, приходите. Будет классно. Праздник Вархаммера в марте. Все для вас. Специально от The Station. Пока. Пока-пока. А посидеть? Блядь, посидеть надо. На дорожку.